60 тысяч подписчиков выбрали лучшие прогнозы и спортивные видео на канале FavBet. Прямо сейчас там можно выиграть iPhone 10 на Новый год. Все просто. Подпишитесь на канал FavBet и поставьте плюс в комментариях под акционным видео. Ссылка на видео в описании. Друзья, всем привет! Всем привет! Поздравляю вас с праздником! Сегодня в Украине празднуется День Святого Николая. Витаем вас с Днем Святого Миколая! И сейчас мы находимся на открытии главной елки Украины. До него еще несколько часов, но она какого-то хрена уже горит. Мы вообще хотели зайти на колокольню Софийского собора, чтобы снять все по красоте, но охранники сказали, что не працюю, короче, не работает нифига. Маленькая ремарочка, до открытия 2 часа, а у нас до сих пор украшения продолжают. Все в лучших традициях. Зато снег есть в Киеве, посмотрите, какие сугробы выпали, офигеть, как в Сибири почти что. Да, это... Так что это создает какое-то праздничное настроение все-таки. Создает праздничное настроение, и еще про елку хотела сказать. Мы искали информацию, во сколько же официальное открытие елки. На некоторых сайтах писали в 6, на некоторых в 7, на некоторых в 8. Поэтому мы пришли сюда сегодня в 4:30, чтобы ничего не пропустить. Да, и быть в числе первых, кто увидит все это дело. Но это вообще странно, что такая фигня происходит. Еще вчера информации, то есть за день до открытия, никакой информации не было точно. И сегодня все люди такие переписывались, а че, кого, где, когда вообще. Ну, в смысле, где было понятно, но когда... Нет. И вообще с елкой произошел такой, ну, небольшой фарс. За приключениями этого дерева следила вся страна. Дело в том, что прибытие елки в Киев задержалось на несколько дней. По одной информации это было связано с тем, что в Прикарпатье пошел снег. По второй информации это было связано с тем, что в Киеве проходила спецоперация по поимке Саакашвили. Но с опозданием в несколько дней елку все-таки вывезли из Закарпатья. И везли ее, правда, настолько коряво, где-то там попали в аварию, где-то зацепили обмост, что елка приехала в Киев полулысая. И фотографии облетели весь интернет. Ну, я думаю, что вы все видели и все смотрели это. Но в конечном счете вот эти отвалившиеся ветки прилепили такие. Елка выглядит нормально, пушистой, как будто ничего с ней не было. Ну, а теперь я немножко добавлю свои 5 копеек как организатор. Это все называется организационные моменты. Все такое рабочая атмосфера. Это все неважно. Сегодня праздник, и мы будем с вами наслаждаться открытием елки. Пошли. Ну что, взяли мы, короче, по глинтвейнчику у мужика, который наряжен, вон, может быть, его видите, в костюм Верки Сердючки. И ожидаем, ожидать нам примерно 45 минут. В 6 часов должно быть открытие, сейчас 5:15. Но на самом деле, как сказал Верка Сердючка, открытие перенесли уже как-то незапланированно так. Не успевает немножко, да. И вот мы стоим, короче, ждем. Ну а пока мы стоим, сделаем небольшой обзор нашего майданчика. Значит, слева, по левую руку от нас находится ярмарок, или ярмарка по-русски. Затем идет сцена, затем у нас идет каруселька. Богдан Хмельницкий, украшенный гирляндами. Затем еще одна ярмарка и, наконец, наша елка на фоне Софийского собора. Ну, в этом году я ничего нового особо не вижу среди украшения. То есть просто, мне кажется, поменяли местами локацию. Так, 45 минут мы уже кукуем, короче, около елки. Ее выключили наконец, чтобы включить где-то через час. А нас тут встретил подписчик Богдан. Привет всем. Вот, и мы втроем теперь стоим и мерзнем. Как тебе все происходящее? В принципе, нормально, но не очень. В том году было лучше. Хорошо, да не очень-то. Чем не так? Мне понравилась ни елка в этом году, ни расположение. Мы видим, как будет Новый год, я буду здесь праздновать. Может, будет круто. Он будет здесь праздновать, так что хотите познакомиться с Богданом, приходите. А хотя нет, у него девушка есть. Не приходите.
очень люблю обильный Винни-Пух. Есть мед? Мед есть? Зарабатываю. А Мишка-то в санях. Мишка! Все щемятся от сцены к елке, потому что сейчас она будет загораться наконец-то. А мы уже видели, как она горит. Пише 3 км гирлянд, пише 33 км. О, тебя, бля, туда, на рез. 3, 2, 1. Открыли такой иллюминационный парк. Да, в прошлом году стояла вот просто обычная арка, и как бы это было бесплатно. Теперь стоит не только арка, а вот целая вот такая штука такой соорудили, парк? Да, и 30 гривен с вот, человека взрослых. Для взрослых и 10 для ребят. Ну что, друзья, вот таким выдалось открытие новогодней елки в Киеве. Мы вас еще раз поздравляем с Днем Святого Николая и будем благодарны, если вы оставите свои комментарии о том, как вам новогодняя елка 2018, понравилась ли вам она, она стала хуже или лучше, как вам новогодняя ярмарка этого года. Делитесь своими комментариями, мы обязательно все читаем. Ну а на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотр и оставайтесь на связи. А, и, конечно, подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Русские в Украине из Киева. Пока! Пока-пока! Вітаю, Київ! Вітаю тебе, Україна!